m от x1, x2, плюс и так далее, плюс m от xn минус 1, xn. Да. Вот тут слагаемых было c из n по 2, но еще умножить на 2, поэтому получается n минус 1 просто, без двойки, в знаменателе. И на 49 четвертых. Получается n на n минус 1 на 49 четвертых. И возвращаясь к вычислению величины математического ожидания квадрата, еще там было 91, что там было? 91 шестая на n. Да. 91 шестая на n плюс n на n минус 1 на 49 четвертых, да? Да, можно. Вроде бы вот так. Ой, я очень надеюсь, что вы нигде не набрали, конечно. Надеюсь. А, вы как? Следили? Да. Вроде 91 шестая. Но вот главное, чтобы 91, вот здесь правильно, 49 это точно правильно, потому что совпало с тем, что должно было получиться. 91 это была сумма квадратов. Формула помните для суммы квадратов? Да. От единицы, да, это сколько, как это формула? N умножить на n минус 2 умножить на n плюс 6? Нет. Сумма, сумма квадратов чисел вот таких, 1 в квадрате плюс и так далее, плюс n в квадрате равняется n на n плюс 1 на 2n плюс 1 на 6. А, ну да, вот на 6. А, да. То, что вы говорили, это там какие-то треугольные числа, что ли, но, в общем, это не сумма. Треугольные числа, это n на n плюс 1. Ну, хорошо, 4 будет. Пирамидаль. Так, n на n плюс 1 на 2n плюс 1 на 6. Так, и у нас n равняется 6. То есть здесь 7 умножить на 13. Да, 91. 6 сократилось, 7 умножить на 13. Правильно, да. 6 плюс 1, 13. Да. 6, да? 12, 13. Нет, все правильно. 7, 13, 91. Да. Нет, вроде не ошибся. 90, там же была сумма квадратов от единицы до 6. Вот получилось 91. Ладно, это проверили. Вроде бы должно быть правильно. 49 четвертых тоже вроде правильно. И это квадрат ожидания квадрата. Математическое ожидание квадрата нашей случайной величины. Но вроде нигде не запуталось. Тогда дисперсия. Это есть, что это есть математическое ожидание квадрата? Минус квадрат математического ожидания. Отлично. А квадрат математического ожидания это чему равнялся? Это 49 четвертых. Не-не-не, мат ожидания мы в самом начале вычли. 49 четвертых, да, наверное, в квадрате? Да, 49 четвертых, какой раз? Ну, конечно, 7 вторых n математическое ожидание. 49, вот это, 49 четвертых. На n в квадрате. Да. Ну давайте переписывать. У нас получается 91 шестая n плюс n, n минус 1 на 49 четвертых минус 49 четвертых n в квадрате. Ну опять видно, что вот здесь n в квадрате на 49 четвертых минус n в квадрате на 49 четвертых сокращается. Да. То есть остается только минус n на 49 четвертых. У нас получается 91 на 6 умножить на n минус 49 четвертых умножить на n. Кажись правильно, да? Да. А вообще очень неплохо выглядит. Но сейчас сократим еще. Ну надо привести, конечно, к общему знаменателю. Там 12 получится. Так, 12. Здесь 182. Да. 12. Минус? Минус. 147, да? Следи, да, 147. 147. 35 двенадцатых, что ли? N. Да. Ой, n пропустил, да. 35 двенадцатых умножить на n. Ну, согласитесь, это вполне себе обозримая формула. Очень мило выглядит. Ничего, ну, помучились немножко по дороге. Однако в итоге получилось неплохо. Так, мы считали дисперсию. Мы считали дисперсию суммарного числа очков, выпавших на игральных костях, если мы эти игральные кости бросали n раз. А кости были симметричны. Среднее получилось 7 вторых n, а дисперсия получилась 35 двенадцатых n. Суммарное количество очков, которые выбраны на игральных костях. Ну, очень хорошо. Вот получился такой результат.